Во вторник в Самарской области будет пасмурное небо, практически везде пройдет небольшой снег. Дневная температура 0-3 градуса, ночью 0-2. Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 0 градусов, ночью 2. Ветер юго-западный, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег, днем 1, ночью также 1 градус. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. В Самаре пасмурная погода, но без осадков. Температура днем 2 градуса ниже 0, ночью также 2. Ветер юго-западного направления 7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 54%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.